16 марта 2018 года второй год подряд состоится вручение Дмитровской премии в сфере театрального искусства «Грани театра», на которую все артисты детского театра «Колесо» приглашают дмитровчан и гостей города. Мы буквально недавно сдали премьеру рождественского спектакля, как вы уже знаете, да, режиссером которого выступила Екатерина Сикач. «Рождественская история» назывался наш спектакль. Ближайшие планы – это международный фестиваль в Италии, город Рим. Мы уезжаем с 10 по 15 февраля. Везем туда литературно-музыкальную композицию «Весь мир у нас в руках» по произведениям Юрия Энтина. И везем туда сольную программу одной из актрис старшей группы Кристины Третьяковой. Одновременно дмитровские актеры усиленно готовятся ко Дню театра, празднование которого состоится на сцене районного дворца культуры «Созвездие». Детский коллектив мне вообще нравится больше всего, потому что с ними интересно работать. А в данный момент мы работаем над, готовимся к мероприятию, посвященному Дню театра. Есть и массовые, есть и сольные. Также мы готовимся сейчас к гастролям в Италию. Вот там более всего преобладает у нас, конечно, и сольные номера в основе в День театра, потому что невозможно в рамках концерта каждого показать сольно, да и каждого невозможно на уровне их развития, у кого-то лучше, у кого-то хуже, поэтому будет больше преобладания массовых номеров. Вот в данный момент мы готовим песню «Жить в твоей голове», Земфира ее пела, потом в проекте «Голос» ребятки пели, и вот мы решили попробовать, а что если нам попробовать такой серьезный материал взять с нашими детьми. И вот идет работа, и довольно-таки, я считаю, успешно будет возможность приходить, посмотрите. Театральная постановка ко Дню театра обещает быть действительно интересной. Юные актеры осваивают здесь новые танцевальные направления, а помогает им в этом хореограф-постановщик и главный балетмейстер театра «Колесо» Анна Пижонкова. Мы сейчас готовим новый номер ко Дню театра, в котором участвуют все три группы, но я занимаюсь со второй и третьей группой, то есть со средней и старшей. Также открою вам небольшой сюрприз, что в этом номере будут участвовать педагоги нашего театра. Они будут танцевать, исполнять хореографию. Из нового, что могу сказать, что мы стали работать больше в этом году с хореографией в стиле хип-хоп. В данном случае эта постановка будет на музыку группы The Killers. То есть раньше этого не было. Мы больше занимались джазом, уделяли внимание этому направлению. Сейчас мы взяли хип-хоп. Есть некоторые сложности, но я надеюсь, что мы с ними справимся. Ребята готовятся, стараются. Вот пока я вам даю интервью, они там репетируют, чистят. Так что я надеюсь, что мы вас порадуем чем-то новеньким. Времени на подготовку осталось не так много. По словам художественного руководителя Олеси Мушко, премия «Грани театра» будет проходить в стиле «Оскар». И на большой концерт приедет звезда Comedy Woman Надежда Ангарская. После этого планируется тоже большая поездка на Всероссийский фестиваль в Пятигорск. Но это уже конец апреля, начало мая, поэтому живем достаточно бурной, интересной жизнью. Впереди много интересного. Планируются постановки новых спектаклей, также приглашенные режиссеры. На среднюю группу планируется спектакль «Маугли», который, я надеюсь, мы выпустим в начале следующего сезона. И поэтому мы также приглашаем всех зрителей. Добро пожаловать к нам!